pursuit. Push it. Push it. Push it. У Васкеса в багажнике машины один из моих людей. Разберись с этим, Тана. Ты веришь в сказки Васкеса? Он послал мне машину, напичканную С4. Наш ответ будет быстрым. Водитель ранен, он у полицейских. Позвоните Кейну, вытащите нас. Давайте уже, сейчас. Джерика собирается убрать этого парня. Достань его, прежде чем он достанет нас. Thank you.
Джейк. Площадь. Площадь. Чек. Jacob. Водитель вышел из игры. Его увели под конвоем. Это плохо? Да, это плохо. Мы должны быть в смерти, которые вышли на нашу страну. Помоги нам, Боже. Yeah.
Прикрытие? Вот почему я опустил свою голову. Вот почему мне это нужно, Таннер. Вокруг меня собралась толпа тупых полицейских из Вегаса. Чё-то хотят от меня. Они думают, что ты работаешь на Васкеса? Ага. Прикрытие проваливается. Здесь, похоже, мне больше нечего делать. У меня есть все, что мне нужно. А, Ленни был здесь. Я думаю, что он смылся в Рио. И я последую за ним. Эй, если Кейн сейчас на самом верху, он что-нибудь сделает с тобой? Слушай, тебе лучше сделать это сейчас, пока ты можешь. Потому что Ленни поменял все. До тех пор, пока он в кармане у бразильцев, Кейн будет проигрывать. Так что же знает Ленни? Это длинная история. Между Кейном и Васкесом что-то большее, чем Ленни. Они знают шаги друг друга, а мы этого не знаем. У нас есть только то, что мы имеем. Ладно, давай уберем тебя отсюда. Аэропорт, правильно? Да, правильно. У тебя нет багажа, у меня пара вещей. О боже, ты опять принялся за свое? Нет. Я тебе говорю, что он хотел меня, этот парень следил за мной. Я куплю новые, когда приземлюсь. Roadblock. They staked us out. Let's move it.
Мы нашли кое-что, что принадлежит Васкесу. Газ, оружие, все. Уничтожь это. У нас есть оружие, и мы дадим его тебе. Ключи в голубом седане. Давай в машину. Ребята будут на втором этаже. Ждать. Это сделка со взрывчаткой. Сделай это и убирайся. Да, я знаю. Кейн сказал мне, что он использует кого-то нового. Да, я хотел найти это еще год назад. Что, деньги? Нет, сумку. Давай во двор. Не подведи меня. Используй ключи, чтобы попасть туда. Установи С4 на танкерах и убирайся оттуда. По плану, Васкеса уже не должно быть к рассвету.
Где Васкис? Они... все ушли. Где Васкис? Ушел. Где Васкис? Он в Рио. Вы не сможете... Упорно так-то. Ленни у него. Это только вопрос времени. Васкис вернется за вами. Пусть делает как хочет. А я пришел за Ленни. Я отправил его в Вегас с грузом. Лучше не трать мое время. Где он? Здесь. Царь спрятал его, а Васкис его искал. До сегодняшнего дня Васкис проверял все документы в аэропорту. А сегодня прибыл ты. Можешь мне как-то это объяснить? Ты просто прибыл сюда и все. Просто найди Ленни. Я разберусь с Васкисом. Научись вести себя, а то из твоего черепа брызнет кровь. Мы знаем, что Васкис экипировал машины. Разбей их, пока они не разделились.
Васкес перевозит наличные. Он ожидает прибытия неких людей, чтобы передать им деньги. Ты можешь их достать? Да, я могу. А важно как? Нет, это твое.
dinheiro vai para Palado, hein? Onde está o Henrique? O que está acontecendo? Venha cá! É o motorista do Caim! Дженникс выехал. Он уже в пути. Где? Проверь зеленый седан рядом с памятником. Ты был прав по поводу царя. Между ним и Васкисом есть еще что-то. Что-то большее, чем Ленни. Они действуют одинаково. Я не могу выяснить, как. Слушай, они увозят Ленни послезавтра. Я буду знать детали за 2 часа до отъезда. Ты уверен? Я уверен. И я вообще ни в чем не уверен. Я знаю только то, что они сообщают. Как только узнаешь, сразу сюда. Нам надо сделать сразу 2 дела. Мне надо будет убедиться. Послушай, это еще не все. Я не могу успокоиться. Джонс постарается выяснить еще что-нибудь.
Тебе нельзя высовываться. Слишком много свидетелей. Только мне они откроют дверь. У нас есть варианты. Мы можем сорвать замки или позвонить в дверь. Послушайте, Васкис звонит в Чикаго каждый день. Вчера он отправил бригаду в Вегас. Вы же знаете, что они не остановятся. Мы будем следующими. Они собираются поехать в Майами. Царь каждую минуту теряет влияние. Мы должны остановить их немедленно, иначе у царя будет шанс. Мы должны привести Ленни сейчас же. 48 часов, Джонс. Это все, что у тебя есть. Иначе мы привлечем нового человека и сделаем все совсем по-другому. Это единственный способ. Корабль, который мы вчера следили, направляется в Гавану, и он полон игрушек. Я не хочу, чтобы товар уезжал. Когда он выезжает, он уже готов. Это Джонс, я на водонапорной башне. Здесь вертолет, он, по-моему, летит сюда. Если мы не уйдем в течение 20 минут, ничего хорошего не будет. Давай сюда, Васкис должен мне.
Беги! Кейн, это Таннер. Они уходят от нас на вертолете. Это последний шанс. Я выдвигаюсь. Возьми подкрепление. Я сам справлюсь. Возьми подкрепление. Мы не можем терять тебя. Oh!
Надеюсь, сейчас ролик будет. Заканчиваем. Пойдемте. Время остановить эту вечеринку. Это ты мне? Сейчас не время обижаться. Ужасная ошибка. Уложи их. Скажи царю, что мне Лэнни нужен больше, чем ему. Я найду тебя. Ты стал очень популярным, Лэнни. Все тебя хотят. Царь, Васкис, федералы, я. Лично мне все равно, что ты там знаешь. Ты не выстрелишь. Ты не сможешь. Я сделаю. Сейчас сделаю. Где
Знаешь, как из Вегаса становится пошла? Васкис уезжает, и я опять буду на своем месте. Что еще? Где найти следы царя или Васкиса? Они вернутся. Когда же они вернутся? Что мы еще узнаем о Лене без них? Для этого нужно время. Что означает эти метки, Джонс? Завтра в 10 утра отправляется бразильский чартер. Царь знает все об этом. Ты настоящая продажная шкура. Ты никогда не хотел бы со мной встретиться. Но это должно было бы случиться. 48 часов на погрузку. Чикаго или Вегас, или и то, и другое. Они собираются в Вегас. На его месте я бы отплатился им. Васкис. Лезь в грузовик, Ленни. Ты поведешь его. Отужают! Отходим! Между царем и Васкисом есть нечто большее, чем просто Ленни. Ленни был здесь. Боюсь, что он существует. Что удалось быть? Я уничтожу Васкиса до захода. Где Васкис? Где Васкис? Он в Рио. Вы не можете поехать туда. У него Ленни. Это просто вопрос времени. Васкис вернется за нами. Пусть поступает как хочет. Я пришел за Ленни. Ты как-то здесь раз не появился. Может, объяснить мне это? Просто найди Ленни, а я разберусь с Васкисом. Твоя черепушка слишком тонкая для пули. Мы должны привести Ленни сейчас. Честнее.